После реставрационных работ в усадьбе Дровой открылся единственный в стране музей усадьбы Федора Михайловича Достоевского, входящий в состав музея-заповедника «Зарайский Кремль». Реставрация и музеификация усадьбы были проведены в рамках подготовки к празднованию 200-летия великого русского писателя. В торжественном открытии усадьбы Дровое приняли участие министр культуры Подмосковья Елена Харламова и глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко. Все работы, которые здесь начались, начались с 2015 года. Я не имею в виду реставрацию здания, а вообще вот мы как власть первая должны были определить имущественные права на имущественный комплекс, на разграниченные территории, зоны и так далее. То есть вот эта вся работа у нас с 2015 года начала, а уже непосредственно реставрация самого дома заняла один год, вот этот. Потому что мы очень спешили к юбилею, нам было важно, потому что это единственная усадьба Достоевских. И вы все знаете, в общем, не надо проводить какие-то ликбез. Здесь много произведений Федора Михайловича отражено как раз. Да, и «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», все связано с Зарайским, с соседними деревнями. Поток туристов огромный сюда, а вот точки одной, куда еще зайти и представить себе этот визуальный образ, как жила семья, как это все выглядело, здесь не было. Потому что гуляешь по парку, да, себе представляешь, маленький пруд и так далее, и так далее. А все равно вот этого мы же визуалы сейчас все, в общем, и молодежь наша визуалы, им хочется, они должны увидеть это. Поэтому мы очень спешили, сделали, и очень мы сейчас обсуждали, значит, что мы очень горды тем, что мы сделали. Потому что это абсолютно повторяет и по цвету, и по, значит, материалам, все, как мы восстановили, все как было. И это очень качественно сделано. То есть нам абсолютно не стыдно показать это. Подготовка к юбилею писателя велась по нескольким направлениям: проведения историко-архивных и археологических изысканий, комплектование собрания музея. К юбилею писателя был отреставрирован и приспособлен под музей весь усадебный дом. Финансирование работы осуществлялось в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья». Общая сумма затрат составила 66,5 миллионов рублей. Экспозиция во флигеле условно включает интерьерную часть, где реконструированы пространства гостиной и женской спальни кабинета. Все предметы типологически относятся к тем, которые могли находиться в среднепоместной усадьбе 30-х годов XIX века. Вторая часть экспозиции мультимедийная, отражает этапы формирования усадьбы и рассказывает о том, какие образы усадьбы нашли отражение в творчестве писателя. Жители и гости Подмосковья могут посещать Дровое с экскурсией индивидуально. Помощь самостоятельным путешественникам в рамках президентского проекта «Культура» создали мультимедийный гид, который позволяет исследовать интересные детали детства Достоевского. Усадьбу родители писателя приобрели, когда ему было 10 лет. Каждую весну семья переезжала в Дровое из московской квартиры. Здесь сохранились сады, пруд, брыков лес и липовый парк, в котором любили играть братья Достоевские. В то время можно было добираться только на лошадях, то есть это была пересадка с Москвы до Коломны, потом от Коломны до Зарайска и через Зарайск попадали сюда. То, что касается развития инфраструктуры сегодня, что планируется, мы с вами сегодня проходили или проезжали через деревню. Это вы видите, что дорога довольно-таки узкая. И мы надеемся и уверены, что поток туристов будет с каждым годом увеличиваться. И с Еленой Михайловной только что разговаривали, что надо планировать и делать новую дорогу объездную. Эта дорога будет проходить через поле, где мы минуем деревню, минуем, ну, не будем предоставлять удобства жителям, потому что дорога довольно-таки узкая. Таким образом, надо строить дорогу, если будем строить. В завершении открытия музея гостей ожидали чай по Достоевскому и встреча с родственницей великого писателя. Для посетителей музей доступен с 10:30 до 18 часов со среды по воскресенье, понедельник, вторник, выходные дни. Ольга Желдева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.